К нам в студию приехали участники из Красноглинского района. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Свое телевидение в первой гимназии появилось 5 лет назад. У юных журналистов авторские проекты, регулярные выпуски новостей. Технологический процесс полностью на плечах школьников. Сами предлагают идеи, снимают, монтируют. За свое творчество гимназисты не раз получали награды на различных конкурсах. Не стал исключением и фестиваль «Телекласс». В прошлом году ребята заняли первые места в 3 номинациях. В качестве приза получили видеокамеры. Ребята со всей, с разных школ города приезжают и рассказывают, что нового произошло у них в школе. И сейчас у нас задействовано более половины районов Самары в нашей программе. И с каждым годом количество корреспондентов увеличивается. Фестиваль «Телекласс» впервые состоялся в 2011 году. Стартовой точкой был Саратов. В 2013 к нему присоединилась Самара. Сегодня «Телекласс» проходит при поддержке Ассоциации городов Поволжья. Главное условие участия – быть школьником. Сюжет, снятый на телефон, или полноценная программа школьной телекомпании, от начинающих телевизионщиков жюри принимает любой продукт. Мы в какой-то степени готовим будущие кадры для телевидения. Ну и самое главное, у наших детей нет времени на то, чтобы пристраститься к наркотикам или заниматься какими-то другими неблаговидными делами. Жюри уже принимает на конкурс плоды школьного творчества. Результаты фестиваля «Телекласс» станут известны осенью. У тех, кто еще не подал заявку, есть достаточно времени подготовиться. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, «События».